Что ж, друзья, всем доброго времени суток. С вами я, Алексей Редлак Седов. И со мной этот матч будет комментировать... Александр Савбел. Привет, Саня. Всем привет, господа. Меня зовут Александр Савбел, Беляев. И сегодня я буду комментировать с Алексеем. Матч этот довольно-таки интересный будет, скорее всего. Да, подключаемся мы потихоньку к нашей игре. Она вот-вот должна начаться. Skilled Enough против Spice Team. Что ж, сеточку я сейчас, к сожалению, посмотреть вам не могу. Вот, а может, все-таки открою и скажу, с кого вышли эти команды в данную стадию. Тут, друзья, на живой раунд команды собираются на миду, чтобы друг друга резать, устраивать поножовщину. Ну а мы поудобнее усаживаемся, наливаем себе чай и начинаем смотреть. Мы будем следить за вашими комментариями на трансляции. Мы за ними очень хорошо смотрим, поэтому пишите, за кого болеете, кого поддерживаете и так далее, и так далее. Ну, слушай, Алексей, у тебя какие вообще планы на игру? Как ты думаешь, какая команда сильнее, какая победит, как ты думаешь? Я больше склоняться буду к скиллу. Да, я тоже склоняюсь к Skilled Enough, потому что Spice... Ну, на самом деле, я знаю команду Spice Team, я их неоднократно стримил. Они участвовали на наших турнирах еще полтора года назад, это просто... Команда ветеран, наверное, хотя я многих игроков в ней не узнаю. Узнаю Кеста, узнаю... Может, они просто поменяли ники. Но вот Кеста я помню. Полтора года назад этот игрок играл, а у меня память на игроков, к счастью или к сожалению, хорошая. Поэтому... Ну, меня не было, поэтому для меня они все равны. Да, буду я рад смотреть. Видеть эту команду. Тем не менее, вне зависимости от того, проиграют они сейчас или выиграют. Но пожелаем им всем удачи и поехали. Пистолеточек у нас с вами. Карта The Cash, карта интересная, но в то же время очень многое на этой карте зависит от личного скилла. От тактик здесь, в общем-то, зависит чуть меньше. Ну, посмотрим. Тут тоже можно придумать что-то интересное. Вот, например, три игрока на скрип. Это уже не дефолт. Это уже может быть очень даже прикольно. Один игрок защищает аплет на пистолетке, один с машины. Ну и такая дефолтная расстановочка у спайсов. А вот скилл врываются на плент, сжигают на Камуру, еще и настреливают на него с трех сторон. Это просто сейчас может быть развал для Spice Team на точке А. Ну там Кока, конечно, много зависит. Да. От Кока многое зависело в этой ситуации, но он ничего, можно сказать, не сделал. 4-3 ситуации, 2 хп у Кока. И все очень печально, выбивание не выходит. Да, нас, видимо, ждет очень интересная игра, судя по первому раунду, и я очень-очень надеюсь на победу, конечно, SkillEnов, но... Я так понимаю, ты как-то связан с ними, да? Или нет? Ну, довольно-таки тяжелая история, давнишняя, но... Вот оно как, дорогие друзья, оказывается, везде, ну, так скажем, мир аматорского КСа тесен. Что ж, ну а раз ты тогда будешь так поддерживать Skilled Enough, я тогда буду поддерживать Spice, потому что они ветераны наших турниров. И что у нас с вами происходит на форс-раунде? Скилды врываются на аплэнд, раскидав смоки, делают два важных фрага, три важных фрага. Кест только смог что-то сделать, но оставшись вместе со своим тиммейтом на хайвее и на сети, вдвоем поделать они вряд ли что-то смогут против такого дела. Да, довольно-таки интересно. Сейчас будет у нас третий раунд и, скорее всего, будет закупаться у нас команда или же нет. Нет, скилл. Тут экономически. Они как раз оставили себе по $2000 на экономику. Будут делать фуллэк, скорее всего, просто юспы. Да, так и есть. Ничего не стали брать. Ну, а Skilled Enough... Skilled Enough уже играют с одним АК-40 CDM, и вот посмотрим после этого раунда, поменяют ли они свои девайсы, если, конечно, его выиграют. Или скорее нет. Всего, появится одно ВП, так же, как и у скилла, но будем видеть, смотреть. Что ж,
Ситуация у нас развивается под аплентом. Игроки Spice снова пытаются прожимать с Мейна и с Хайвея. Ничего у них абсолютно не получается. Третий раунд подряд практически под ноль. Скилды разваливают. Очень агрессивная, очень уверенная игра. Вот они какую-то, не знаю, какую-то хорошую вот чуйку на апленте получили. То есть постоянно на него заходят, постоянно делают нужные минусы и добиваются успеха. Посмотрим, что будет сейчас. Ну, сейчас должен быть, по идее, дефолтный раунд. Они оставили один фармган для того, чтобы совсем не просесть по экономике в этом раунде. Сделать с него фраги, поднакопить деньжат. Ну и опять под апленд. Одного игрока пустили под Б наводить шум. Кларк с этим очень неплохо справляется. Остальные снова под аплентом. Снова два игрока на мейне, один на скрипе. И один вообще остался на Т-спауне, чтобы как-то законтролировать мид. Ну, скажем так, давай рассуждать так, что у нас террористы должны взять эту карту кэш, в принципе, карта защиты, ну, 5 раундов минимум. То есть скилл нужно показать здесь за защиту, очень много раундов взять, и чтобы им было легче за Т. Но здесь все зависит только от ихнего скилла и от ихней тактики. Ну вот то сейчас скилл взяли уже 3 раунда, и у них остается, ну, еще 3, по крайней мере, для лузового минимума. Лузовый минимум, как мы знаем, 9-6 на этой карте, ну, такой среднестатистический, при котором было бы более-менее комфортно играть на следующей половине. Но посмотрим, спайсы, в принципе, могут сейчас оклематься, 4 в 4 ситуации, все в их руках. Первый девайс. О, какой прострельчик у нас заходит от Зода. От Зодика, наверное. Неплохо. Зодиак, да? Вот, друзья, Зодиак. Господи, как же я ненавижу эти ники, когда приходится вчитываться. Ладно, 4 в 4 по-прежнему. Бомба уже снова выносится под аплент. Ну вот, любят они аплент. А что делают спайсы? Почему их так развели, как детей? Почему до сих пор под Б-плентом топчутся 3 игрока? Тяжеловато. Да, тяжеловато им дается чтение игры на кэше. Уж не знаю, повезло им с этим пиком или нет, но тут best of one, поэтому, в принципе, этот пик должен устраивать и ту, и другую команду. Ну, в принципе, да, согласен с тобой, но все зависит от их скилла и от их тактики. Больше, конечно, террористам подходит тактики, а КТ подходит больше защита. Но кэш — это очень древняя карта, очень древняя. И если помните 1.6, то она подходила больше для стороны террористов. Именно в 1.6. Позже появился Саурс, там уже было больше под КТ. Да, я скажу честно, что вообще 1.6 не играл на кэше. Не помню. Вообще не помню эту карту, как она выглядела в 1.6. Первый раз я с ней встретился, когда ее ввели в CSGO. Тоже ведь это не сразу произошло. Сначала был маппул без этой карты, затем ее ввели. Ну, короче говоря, для CSGO можно сказать, что она не такая уж и древняя. Но она дефолтная, стандартная. Здесь есть широкий мид, здесь есть по 2 выхода на каждый плент. И, в принципе, она очень похожа на такие вот мид-карты, такие как Mirage. Ну, вот в целом. Не скажу, что на ней точно такие же тактики, на Mirage гораздо более разнообразнее можно придумывать свои тактические наработки, но на кэше все гораздо проще. Где не нужны тактики? На дасте втором. Ты просто бежишь и пушишь. Тактика больше подходит для карты Cobblestone, но это только лично мое мнение. Для карты Cobblestone, для карты Overpass. То есть кэш и Inferno с Миражом, то есть для меня как-то так, средний. Ну, нюк я вообще отбрасываю, потому что с Трейном это вообще это очень трудные карты, на них нужно знать, как играть и прочее. Ну, на трейне, да. На трейне все зависит. Если ты очень хорошо затренируешь какой-то наигровку, то это может зайти как на нюке и на трейне. Причем классно зайти. Но это действительно сложно сделать, потому что карта сама по себе непростая. Что ж, очень долгий раунд. 49 секунд остается до его завершения. Кларк уже навешивает по фозе. И 4 в 5 остаются спайсы. Закуп у них очень плохой, у них не хватит денег, если они не выиграют этот раунд. 4-0, все-таки нужно что-то решать. И Кеста это прекрасно делает. Справляется с двумя игроками, остается лишь Эджи и Кларк защищать интересы террористов. Ну и Эджи с ВП. Оу, 2 фрага. Но нет, тут Кест, конечно же, уже был полностью проинформирован. Свою заветную плюс 1 в статистику не пропустил. Что ж, 1-4, спайсы... Спайсы могут начать сейчас давить. Если, конечно же, захотят этого.
Ну вот, ты спрашивал насчет, что же связывает у меня с командой NL как-то. Ну, в общем, ЗТшников. Что меня с ними объединяет? Мы, когда участвовали на Матрике, когда я играл на ней, мы у них два раза попадались и два раза у них выиграли со счетом 16-11 и 16-8. То есть две карты были. То есть первая была Мираж, вторая Overpass. То есть две карты мы у них выиграли. И один раз поиграли на Инферно 16-14. Это я до сих пор помню. Вот оно как все оказывается. Ну ладно. Посмотрим, как сыграют скилды в этой игре, потому что турнир непростой, здесь собрались очень сильные соперники, очень поздно чекали Накамуру, но он почему-то никого не убил, я не знаю, что со спайсами такое происходит, почему они делают фраги настолько, ну, не то чтобы мало этих фрагов, они не своевременные и очень долгие, очень тяжело каждый фраг им дается. 4-3 ситуация. Ну да. Ну да, друзья. Envy остается один. Его уже поджали. Ну что ж такое. Ну, у спайсов просто развал какой-то происходит. Чисто тактический, потому что они постоянно делают свои перетяжки на плент, постоянно не делают из этих никаких выводов. И скилтонах продолжают долбить одно и то же. Ну вот мы с вами увидим, скорее всего, экономически снова в исполнении спайс. На этот раз у них экономика им не принесет фул закуп на следующем раунде. У них будут фармы. Но если рассуждать, логически, то есть они зашли на пистолетки в первый раунд, то есть там был один игрок, его убили, то есть они зашли на аплент, они его взяли, второй раунд, там же на аплент, третий раунд, четвертый где-то пострелялись, пятый где-то пострелялись, и опять шестой выходит, и опять берут. То есть если они опять будут продолжать ходить и скиллс ничего не будут предпринимать, они проиграют достаточно много раундов для того, чтобы взять за атаку. В принципе, хорошее решение, то есть если они сейчас начнут проигрывать уже скиллы, то они поменяют свое решение и будут ходить уже там мид с смоками, будут выходить бэтленд и так далее. Да, абсолютно так, потому что уже 6 раундов на табло у скиллд, это означает, что больше спайсы ничего не должны им отдавать. Напомню, дорогие друзья, что Spice Team это не реклама определенных веществ. Spice по-английски переводится как специя, так что такая, можно сказать, специфическая команда у нас с вами играет за сторону защиты в этой половине. Ну и снова еще одна экономика. Еще один экономический раунд подряд. Это очень серьезно. 7-1 с такого счета отыграться практически нереально. Ну, по крайней мере, в первой половине, чтобы комфортно себя чувствовать потом. Но это Counter-Strike, тут все меняется каждую секунду. Зодиак разменивается с пистолетом. Размен уже неплохо. Кеста может прожать. Делает это, убивает Фенома. Но не нужно жать дальше. Нужно отойти в плент и посмотреть, что будет происходить на этой карте. Что ж. Козик заходит слишком далеко. Его принимают вблизи. И Б-плент абсолютно свободен для занятия. Спайсы действуют очень медленно. Они могли бы давным-давно такую информацию получить, что это Б-плент. Не только от Фози, но и от самого факта, что на аплент зашло два игрока, умерло, и после этого несколько секунд ничего не происходило. Уже можно было догадаться. Но Spice Team почему-то не догадались. Я вижу такую картину. То есть Spice Team, они, скорее всего, играют со связью. Так должно быть, по идее. Они должны давать информацию. Но у них это происходит очень долго. То есть если у них один стоит плантя, он должен слышать хотя бы, кто у нас есть в сквике возле двери. То есть он должен давать информацию, чтобы хотя бы была перетяжка под машину, хотя бы одного игрока, ну хотя бы с каким-нибудь девайсом. Но мы этого не видим, мы видим, что его убивают, и после этого где-то через секунду 2-3 у нас идет перетяжка, что не должно вообще никак быть. Если у нас вся команда стягивается с пайса под какой-либо плент, опять же, у нас перейдет у скилла перетяжка, инфы нету. И они стоят, ждут до конца, пока не поставят бомбу. И после этого и они пытаются запушить плендис с КС, уже заняли позиции скилла. И после этого уже всю команду Спайс разваливают. Все. И остаются два игрока, которые пытаются сейвить, их находят, и они умирают. То есть я вижу такую картину. Если они не поменяют в своем решении сейчас ничего абсолютно, у них так и останется один раунд. Ну максимум они возьмут еще один. Ну, еще дело в том, что скилд стреляют пожестче, я бы сказал. Вот. Но. О, Spice Team Go Win пишет нам трансляции. Это значит, что болельщики Spice потянулись и начнут, возможно, сейчас поддерживать как-то свою команду.
Поддержка сейчас очень пригодится, потому что мы с вами наблюдаем невероятно важный раунд для команды Spice Team. Фози будет отыгрывать со снайперским девайсом, он это делает на Б-пленте, но очень таймингово уходит. И да, есть фраг по манифесту. И что дальше? Что дальше? Будет врыв опять на... Ну вот посмотрите, какой развод опять от Skilltena. И посмотрите, где находятся игроки команды Spice Team в тот момент, когда заход идет на... Ну... Да. Как я и говорил, если они ничего не будут менять, это так и будет продолжаться. Скилл будет опять заходить на какой-либо из плантов и просто убивать и просто занимать позиции и брать раунд свои, сейчас, которые им нужны. Было практически то же самое, только с небольшой предысторией, да? Они сначала показали нос на Б, затем вышли на А, и снова люди с Б-плента убили в спину тех, кто перетягивался. По сути дела то же самое, только с небольшим таким фейком, на который Spice Team, просто разинув рот, повелись. Опять ну, врыв есть... на плент от Spice Team. Никакого, ну, никакого, ничего нового мы с вами не наблюдаем. Накамура делает два фрага. Есть размена. Опять равноценная ситуация. 2 в 3. При таком врыве контртеррористы должны оставаться, ну, как минимум, в плюс 1, в плюс 2. Так, ну вот это уже неплохо. Это уже неплохо для Spice Team. У них трое. Красный Кларк за дальним. Преимущественная информация, но он успевает забрать Кока. Что ж. Даже в такой ситуации, когда Skilled Enough уже потеряли шансы на выигрыш этого раунда, все равно последний успевает забрать хотя бы одного. Они цепляются вообще за все, за любую предоставленную возможность. Да, полностью с тобой согласен на самом деле. И 1-10 уже счет практически. А, нет, вру. 2-9 счет. И... этот счет для КТ очень плохой, очень. То есть мы знаем, что 6-9 это среднестатистический и 5-10, если ты играешь, допустим, за атаку. То есть 5 раундов хотя бы минимум. Но здесь за атаку взяли очень много раундов. Этого вообще не нужно. У тебя сейчас вот счет разве 2-9, у меня 2-8, например. Странно. Возможно, ты забыл зайти в GoTV, поэтому я тебе писал конференции, зайди, пожалуйста, и перезайди. На GoTV, возможно, ты сидишь на самом сервере спектратор. Возможно. Сейчас попытаюсь исправить эту проблему. Что ж, друзья, ну мы продолжаем смотреть за этим делом. Skilled Enough, пятером. Пока еще в пятером пытаются снова прожать, продавить аплен. Какая мощная раскидка, вы это видели? Какие смоки от них летят? Что против этого могут сделать Spice Team? Spice Team дают два фрага. Зодиака до сих пор не пускают из скрипа. Ну посмотрите, Зодиак запертый в скрипе. Смог дать два фрага. Но все-таки остался один. Еще один фраг по кесту. Минус 3 уже по Зодиаку. Если он выиграет этот раунд, то это будет эйс. Да еще и невероятный клатч. Ну нет, мне кажется, тут без шансов. Тут Envy попадает ему в руку. И Spice Team забирают третий раунд в себе в копилку. Что ж, опять действуем по той же схеме. Ты должен будешь зайти на сервер, а затем по второй ссылке зайти да, я видел. GoTV. Что ж, 8-3, счет очень печальный для команды Spice Team. Нужно доводить до 8-7. Это было бы для них уже неплохо. Ну смотри, я вижу еще такую ситуацию. То есть они могут сейчас взять, в принципе, паузу. У нас же разрешено две паузы за Т и за КТ, так? Да, так и если есть. Они берут паузу, они хотя бы должны обсудить, что им делать. Потому что они, как я вижу, вот по их игре, они полностью растеряны. Они не понимают, что им делать, куда идти. Если у них выбивает плент А, они растеряны, пытаются что-то делать, стреляют просто в никуда. Из-за этого у них проигранный раунд. То есть вот сейчас вот эти два раунда, которые они взяли, они, да, они чуть-чуть подсобрались. То есть, я так понимаю, их кэп уже кричит во все горло, чтобы давайте, ребята, собираемся. Но... Скиллы-то не такие уж и простые ребята, насколько мне помнится, по турнирам аматорки, и они могут показать за КТ довольно-таки хорошие интересные раунды. В общем, увидим. Да у нас вообще на этом турнире собралось очень много сильных команд. Вот сейчас я смотрю на сетку, у нас Victory Easy Ash, у нас 25 часов, команда тоже невероятно сильная, лан-команда. Кстати, следующий матч сыграют именно они между собой, это, я думаю, будет самый интересный матч сегодняшнего дня и, возможно, всего турнира, если можно так сказать, ну, потому что собрались реально две самые сильные команды, они встретились слишком рано, во втором круге.
Ну что ж, 8-3, скилды. Скилды снова в подавляющем большинстве. Закончат, скорее всего, этот раунд. И снова не оставят никаких дивидендов своим соперникам. Что ж, спайсам, мне кажется, нужно начать придумать что-то оригинальное. Потому что то, что они сейчас играют тот дефолт, который, возможно, они тренировали и который привыкли играть, но он видно, что не заходит. Посмотрим на счет. Согласно счету, у нас совсем все печального. У Spice Team топ-фрагер это Кеста. Ну что ж, он ветеран этой команды. Безусловно. И он делает максимальное количество убийств. Все логично. Но счет явно не логичен, потому что мы с вами видим, что Т-сторона уже взяла 9 очков. И это наталкивает меня на мысль, что в итоге-то может получиться крайне печальный счет. Да, полностью с тобой согласен. И скиллы в этой половине именно очень-очень сильно доминируют. То есть, если бы пистолетка была за командой Spice, было бы намного лучше. То есть, они бы взяли 3 раунда своих первых. Там уже, ну, возможно, 3 раунда. То есть, неизвестно, как повернулась бы ситуация на карте. И потом скиллы начала бы действовать уже по-своему. То есть... Она бы растерялась, у нее бы не было плана, и они бы действовали по-другому. Но то, что Spice показали в самом первом раунде пистолетки, то есть, когда у них один человек на планете А, хотя у нас, насколько мне помнится, всегда выходили либо на А, либо под Б. То есть, кто играет более уже давно в игру, то знает, что на А легче выходить, чем на Б план. Намного легче, но при разных условиях. Смотри, сколько террористов его удерживают. Но тут мы видим, что у Спайса конкретно проседают при обороне Апплента. Им нужно что-то менять в этой игре, иначе уже 10-3, и так можно доиграться до 12-3 и проиграть эту игру. Потому что разрыв 7 очков это очень много, особенно когда ты играешь за сильную сторону. Ну, друзья, соберитесь, наконец, подожмите булки и начните показывать нормальный Counter-Strike. Кеста Take My Energy уже на трансляции. Ну, все болеют за Spice Team. Я пока ни одного болельщика Skillton Up не увидел на нашем стриме. Но у комментаторов есть такое негласное правило. Ни за каждый кого... болеет за свою. Нет, у комментаторов ни за кого не болеть. Таково правило. Но можно поиграть и в хорошего и плохого полицейского. Что, что у нас тут происходит? Spice Team ложатся штабелем просто в мейне. Ни одного человека не забрали. Что тут у них со стрельбой? Я не знаю, может быть, Кеста собрал, ну, не тех ребят, которых хотел. Ну, такое ощущение, что просто друзей позвал, а друзья-то, может быть, и не очень хорошо играют. С других аккаунтов. На таком уровне. Ну, мне кажется, все-таки Spice, если возьмут вторую половину, хотя бы пистолетку, то, ну, возьмут еще максимум 2 раунда, и больше не смогут. Просто не смогут. Потому что скилла, вот по этой первой половине, можно сказать, очень сильная команда. То есть, могут что-то сделать. По Spice'ам я этого вообще не вижу. То есть, что-то неопределенное, какие-то пуши, какие-то неопределенные смоки. Стоят вообще не... по нормальным позициям, то есть они стоят на дефолте где-нибудь, они стоят именно в других позициях, которые очень-очень сильно читаемы. И вот ты мне не поверишь, но Spice Team вышли, обыграв команду Camp Rot, довольно сильная команда, но проиграла им 16-8. Да ладно, а на какой карте? Они проиграли, ну, уж я даже не помню сейчас, какая карта там была. Оверпас. Это был оверпас. Может быть, на кэше просто у них реально что-то. Довольно-таки интересно. Может быть, они даже кэш как-то не... Может, Кэп сидел и говорил, типа, авось пронесет. То есть, зачем эту карту пикать, если они ничего не могут показать на ней? Я этого не понимаю. Но дело в том, что кэш очень часто на любительских турнирах выбирают, когда нет особых заготовок. То есть, если ты не тренировал остальные карты, то лучше всего сыграть кэш. Тут, ну, как бы такая тенденция. Они думали так, но скиллы думали по-другому и подготовили эту карту. Да, у скилл были потрясные раскидочки на Апплент. Это просто было чудесно наблюдать.
Ну посмотрим, поменялись сторонами команды. Пистолеточка у скилд. У пятерых юспы. Они прожимают в скрип. Чем это закончится? Кларк убивает Кока. Что дальше? Почему? Почему я не вижу фрагов от террористов? Вы что творите? Спайсы! Да, спайсы просто не ожидали такой жесточайшей агрессии на первом раунде. За КТ сторону от скилд Enough. Они думали, что они сейчас... подумают, почешут лоб, там, затылок, не знаю, что еще можно чесать в такой ситуации. Спокойно придумают, как им выходить, а тут на тебе, поджим скрипа, поджим мейна, все, 13-3. Ну инфа это есть. Уже инфа очень... есть, то, что это аплент, и все вышли. Ну, я как и говорил, это все, это можно считать для них бегать. То есть, скиллы берут еще два раунда, даже, скорее всего, они один возьмут, и там уже спайс будет закупаться. Они уже закупаются. Форсом, в принципе, закупались. Будет сейчас очень и очень плотно для этих спайсов, но мне кажется, я не знаю, зачем они сейчас закупают. А, бомба не стояла, да, бесполезно сейчас делать экономически. Ну да. Ну и что, они могут выйти, скорее всего, в 15. Ну, если не хотят выйти в 15, то придется форсить. Очень тяжелая ситуация для Spice Team, нужно выбирать. Либо претендовать лишь на овертаймы, либо играть на экономическом. Ну, для них уже, мне кажется, все потеряно. То есть, эта пистолетка решала для них очень много. Не буду хоронить эту команду, то есть... Но 50% что уже потеряно. Очень быстрая игра. В основном благодаря, конечно же, команде Skilled Enough. Потому что, ну, ее, по-моему, минут 25, не больше, не длится этот поединок. Уже 13-4, уже игра, можно сказать, подходит к своему завершению. Если, конечно, ничего кардинального не поменяется по ходу дела. Нет, приблизительно где-то она длится 27 минут, приблизительно. Но за эти 27 минут я понял, что скиллот очень хорошо отыгрывает кэш. То есть это заметка в будущем, кто будет играть против да. них. А ну, спайс очень плохо. То однако спайсы сейчас выиграли форс раунд. Это очень неплохо, ну, да. Потому что у них сейчас будут девайсы. Хоть какие у скилдены начали форсить. Ну потому что при счете 13-4 это можно себе позволить. Ну и посмотрим, чем это все обернется. Может быть форс на форс. Если полетит с дигла у Кларка, если полетит... с ЦЗшки манифест, если он где-нибудь в ближних позициях подловит своих соперников. Ну что это такое? Но почему сейчас игрок Фози и Кеста находятся настолько на далеком друг от друга расстоянии? Ведь все может произойти, и нужны обязательно размены. Ну посмотрите, где находится Фози и где сейчас находится Кеста. Они вдвоем, но 4 игрока на Б-пленте у Skilled Enough. Воу! Мне кажется, они специально стакнулись, это такая тактика. И посмотри, они будут стоять в ряд. Оу! Какая жесть! Они стояли в рядочек и просто зашквалили сейчас своих соперников. Spice Team перетягивается, то же самое делает и Skilled Enough. Они все покидают B-Plant. Почему сейчас Spice Team действует настолько предсказуемо, я не знаю. Ну, видно, если ты говоришь, что они выиграли, я не знаю, что с ними сейчас случилось. Возможно, что-то. Ну, конечно, сейчас девайсы дали им определенные преимущества, и раунд был взят. Но задумка All Skilled Enough просто 10 из 10, дорогие друзья. Просто 10 Егоров Take Me... Фу, Егоров Take Me Happy. Егоров The Airsoft Game в Гурьяновых из 10. Действительно, 13-5, и спайсы могут сейчас начать... хоть что-то делать. Вот ни одного раунда отдавать больше нельзя. Отдадут раунд, потеряют экономику. Да, полностью с тобой согласен, но все же мы уже практически можем сказать полностью результат, что Spice проиграет. Но это еще не точно. Это, конечно же, не точно, потому что скилды играют сейчас экономически. Посмотрим, что будет после него. Но что ты... Оу, Зодиак, что ты творишь? Остановите кто-нибудь. Этот юз просто волшебен в его руках. Идут размены. Я не понимаю, почему настолько равноценный размен на экономическом. И неудачно встали сейчас игроки скилд. Небольшая ошибочка позиционная. И... шестой раунд в копилку спайсов. Уже не разгром. Разгром это уже не назовешь. А вот что будет сейчас при закупе от скилд, это уже большой вопрос.
По-прежнему Спайсы потеряли настолько много игроков в прошлом раунде, просто против ЮСПов, что сейчас они снова находятся в не очень хорошем экономическом положении. У них есть закуп, но у них не будет денег, если они вдруг проиграют один раунд. Да, полностью с тобой согласен, но я их, говорил уже ранее, хранить не буду. Они могут что-то сделать, но если они очень-очень сейчас сильно соберутся, потому что скиллы, как по ним видно, они пытаются взять что-то. Они учатся на своих ошибках, они пытаются менять свои позиции. Но даже вот когда они делали эко против Бай Спайса, они, по ним было видно, что они пытаются что-то сделать хотя бы от смертей Спайсов, хотя бы выбивать оружие, чтобы у противника не было денег. Я вижу такую ситуацию. То есть они пытаются. Спайсы играют по стандарту. То есть они играют, как играют. Что ж, 4 в 5 ситуация. Skilled enough. Пятером против четверых спайсов. И мы с вами увидим очень slow round. Вот где раскидки? У Skilled мы видели, они что-то заготовили. У них были раскидки на апленд, были раскидки даже на Б, на мид, куда угодно. Почему Спайсы сейчас делают что-то непонятное? Не, смотри, что-то есть, но все это очень неслаженно как-то происходит. Так. Сбривают манифеста, прорываются дальше в план, тогда как Кларк, по нему, где информация по... погрузчику, боже, что вы творите? Спайс Тим, ни один игрок не развернулся на погрузчик, где был сделан фраг. Это, это просто страшнейший дискоммуникейшн происходит в этой команде. Я не знаю, что у них не так с общением. Просто какой-то кошмар. И этот раунд был очень показателен, что Спайс Тим не чувствует игру своих тиммейтов. Ну а соперников уж и подавно. Да, довольно-таки, как я уже и говорил сначала, довольно-таки интересно получается игра, но я ожидал больше от Spice. То есть, если я болею за Skillet, что они не должен делать, то есть я должен быть нейтральным. Но Spice должны показать, если они попали сюда на этот турнир, они хотя бы должны были показать что-то лучше. И как ты говоришь, если они выиграли, то они должны показать, ну, очень хорошую игру. Сейчас я этого не вижу. Что ж, залетает какой-то левый человек к нам, спектратор, видимо, сейчас будет забанен. Явно он не скилд. Ну что ж, наверное, администрация будет разбираться, что такое произошло и какой команды этот человек сюда пришел. Что ж, возможно, вообще левый человек, но как-то да, пароль удалось подобрать. Не знаю. Что ж, у нас с вами клатч ситуация. Один в одного. Манифест против Кока. Подвисает трансляция. И манифест мы не посмотрели, кто сделал этот фраг, но ему это удалось. 15-6. Смотрим дальше, дорогие друзья. 15-6, просто 9 матчпоинтов у Skilled Enough. Spice Team не показывает абсолютно ничего уже на протяжении 3 раундов подряд. И мне кажется, это, конечно же, Габел. Я не помню, чтобы еще... Габел для всей команды. Да, я не помню, чтобы еще кто-то на любительских турнирах за последний год моих стримов отыгрывал 9 матчпоинтов. Это просто фантастика. Так, в меньшинстве сейчас Skilled Enough. Ну, 2 в 4 ситуации, можно же поиграть, но в чем проблема? 3 в 2 уже. Пинома закрывает смоком. Он в смоке. По нему, по всей видимости, информации сейчас точно нет. И у нас падает сервер, похоже. Да, у нас все-таки накрывается сервер. Мы не досмотрим с вами этот раунд. Но 16, сколько там? 16-6, если я не ошибаюсь. Да. С вами было. 16-6 закончился матч. Skilled Enough против Spice Team. Да. По мне было интересно. То есть с самого начала было довольно-таки как-то нудно. То есть когда это 12-3, это было вообще для меня как-то... То есть ты говоришь, что Spice были, ну, хорошо сыграли, 16-8 на оверпассе. То есть
Могли тогда показать хотя бы, ну, 5 раундов взять. Так, к сожалению, я их команды соперников, я только о них наслышан, я их не стримил, поэтому не могу ничего про них То есть сказать. со скилдами я играл, то есть против них я играл. Да, они хорошая команда, у них есть тактики, но у них есть слабые места, я не буду говорить, чтобы не было такой инфы слитой. У них есть свои слабые точки, но они тоже довольно-таки хорошо играют. То есть, если бы был 10-5, было бы интереснее. Но следующая половина, да, она очень интересная, когда они начали что-то показывать на эко, на форсах раундах. То есть, мне понравилась игра. Да, игра была довольно неплохой, мне было интересно смотреть за Skill TNF. Spice Team, конечно, неподготовленными пришли, и это очевидно. Что ж, друзья, мы будем ждать с вами следующей игры. Следующая игра у нас просто очень интересная должна быть, потому что встречается команда 25 часов или 25 час, называйте как хотите, но эта команда невероятно сильна. Игроки этого состава выиграли прошлый турнир, дорогие друзья. Выиграли прошлый турнир от Faux Power. Ну а команда Victory Easy Ash вообще практически не знает поражений на любительской сцене. Вот в чем дело. Так что у нас заруба в двух, возможно, сильнейших команд любительского Counter-Strike будет прямо сейчас, очень скоро. Никуда не переключайтесь. Надеюсь, я вас заинтриговал. Оставайтесь в нашей трансляции, потому что даже во время паузы вам приходят монетки, которые потом можно в нашей группе обменять на скины. Что ж, ждем следующего матча. Ну а я, пожалуй, совсем прощаюсь. Всем спасибо, ребят. С вами был Сав, был Александр. Увидимся через несколько дней, трансляции и прочее, прочее, прочее. Всем пока. Да, но я с вами остаюсь. Следующую игру комментировать буду я вместе с Егором, тегом Григорьевым, поэтому меня вы еще услышите. От меня так просто не отвяжетесь. Ждем следующего матча.